У тебя получается. Быстрее всего выбраться через крышу, как они вошли. Веревка выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать твой вес. Знай, что древо жизни умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма и нападений мироедов. Указатель дает установку для лиц с альтернативными географическими способностями. Посмотрим. Это должно быть тот мироед, что отожрал ногу у Жескису. Чтобы его одолеть, нужно иметь пару трюков в руках. Мироеды с течением времени оставили массу следов на лице мира. Это не первая и не последняя деревня, брошенная им в таком виде. Гляди, кто-то выжил. Как приятно видеть, что и такое бывает. Он слышал рассказы о том, какие ужасы творят мироеды в других местах, но никогда не думал, что кто-то доберется и сюда тоже. Он беспокоится, что если все так пойдет и дальше, спасать будет нечего, даже если уцелеет древо жизни. Не знает, что тебя связывает с этим местом, но что-то ему подсказывает, что ты по-прежнему следуешь велениям своего сердца. Как бы то ни было, он нуждается в помощи и говорит, что судить тебя будут по делам, а не по намерениям. Он не понимает, зачем ты это делаешь. Ему никак не выбраться самому. Отлично! Позволь мне провести тебя во тьму. Будь умнее, не поддавайся. Позволь мне вывести тебя к свету. Что? Нет, все же так хорошо начиналось. У тебя доброе сердце. Это для меня не новость. Просто подумай о себе, ладно? Наступает конец света. –
Это опять уже скис. Наверное, он упустил что-то важное. Моя ба нуяну. Ужаскис думает, что если ты собираешься сразиться с мироедами, лучше заручиться поддержкой одного из племен. И тут поблизости как раз есть два таких. Племя Джагни, безусловно, стоит поддержать. Они всеми силами пытаются расширить и укрепить свое влияние и навести страх на окружающих. Учти, что какое бы из племен тебе ни приглянулось, добиться их доверия будет не так-то просто. Ведь конфликт между ними достиг апогея, и они находятся буквально в шаге от войны друг с другом. Когда чудовища поднялись из глубин, Мириот решили, что с мироедами пора покончить. Кажется, что было бы логично встать на сторону Мириот, которые так стремятся объединить разрозненный мир. Но правильно ли это? В одном можно не сомневаться. Так или иначе, предназначенное случится. Племя Джагни всегда жило одним убеждением. Чтобы в мире воцарилось равновесие, слабые должны умереть. Они верят, что для восстановления мира необходимо очищение, и хотят позволить мироедам свалить древо жизни. Но нельзя сказать, что объединение с Джагни — это зло. Судьба найдет способ исполниться. Ибода кельмок. Уже скис говорит, что кто-то должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу Джагни или Мириот. Он уверен, что шифу племен, в особенности племени Джагни, выслушают тебя и ожидает, что ты поговоришь хотя бы с одним из них и заручишься его поддержкой. План Джагни заключается в том, чтобы позволить мироедам уничтожить древо жизни. Они верят, что мир может спасти только полное очищение. Он будет ожидать тебя под древом жизни, если ты вдруг собьешься с пути. В любом случае, вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Еще одна развилка. Должно быть либо туннель, либо моторный мост. Что же на этот раз? Это мост. Просто перейди его. Пошла, пойдем.
Они оба строили эти территории. Уплотнили грязью место, где был сплошной мусор. Как будто до войны племен тут было недостаточно паршиво. Это форт племени Джагни. Их дружба бывает и в радость, и в тягость. Тебе решать. Они считают так. Либо ты помогаешь им решить проблему с войной племен, либо создаешь проблемы. Говорит, что они не доверяют чужакам. У них война идет. Надеется, что у тебя хватит терпения. Шифу порой трудно остановить поток своего красноречия. Будем надеяться, сегодня не такой день. Зато иди мой тот лого. Племя Джагни хочет стать вездесущим и, что важнее всего, грозным. Они надеются одолеть племена, ибо единственный способ гарантировать мир – это высшая власть. Шифу убежден, что нужно позволить мироедам уничтожить древо жизни, поскольку это их собственные стратегии очищения мира. После этого можно будет начать. Он приветствует тебя в форте Джагни и представляется шифу племени. Весть о том, что хладнокровный Ронин вышел в поход и пересек великую стену через трещину в бункере 101, опередила тебя. Стена, которая их отделяет от той стороны, от пустоши. Он полагает, что время, которое тебе пришлось там провести, не оставило после себя воспоминаний. Твоя память пуста и бесплодна, как сама пустошь. Он понимает, что иногда нужно потерять себя, чтобы себя найти. Он рад, что ты здесь. Он знал тебя еще детенышем и видит, что в тебе мало что изменилось. Твое сердце осталось добрым. Порой одно воспоминание тянет за собой следующее. Он много лет не вспоминал о твоей муме, хотя она его многому научила. Он стал одним из первых последователей Вун-Фу. Твоя мума придумала Вун-Фу. Изначально там были приемы рукопашного боя и 6 видов оружия. Бумеранг, сюрикен, лук, посох, нунчаки и крюк на цепи. Шифу говорит, что сейчас надо забыть о прошлом, по крайней мере, на время. Опасности кишат со всех сторон, соперники наступают. Джагни не стремятся к единству племен. Их цель – распространить свою власть повсюду и всем внушать страх. Говорит, что страх и ненависть – это единственный способ оказаться наверху, и тебе это прекрасно известно. Прими себя, помоги одолеть другие племена и позволь мироедам уничтожить древо жизни. Это так просто. Он так и думал, что ты встанешь в их ряды. Ты понимаешь главный принцип мироздания. Кто подчиняет себе других, тот и находится наверху. Шифу ждал, пока равновесие сместится в пользу его племени. И это случилось. Ведь ты теперь на их стороне. Ты сможешь одолеть другие племена. И начать надо с мирят.
Племя Мириад – бессильные доброхоты. Они верят в высшее благо и кодекс чести, но объединение племен и спасение древа жизни ничего не изменит. Тебе пора прекратить жить в прошлом. Их племени придется положить конец войне, пока война не положила конец им всем. Это будет стоить синяков и сломанных костей, но они не желают быть жертвами. Они никогда не выберут поражение. Они обсуждали его, но слова не пугают тех, кому неведом страх. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов Шифу противника в его крепости. Вас ведет тьма, так что они готовы к войне. Война не оставляет за собой ничего, кроме выжженной земли. Просит тебя не бояться. Твоя судьба тебя не оставит. Захвати заставы соперника и заслужи право на племенное оружие. Когда ты захватишь заставы соперников, ты сразишься с их Шифу. Тогда земля противника, оружие и само племя будут принадлежать тебе. Твоя Мума обучила каждого из учеников владеть особым оружием. Она никогда не планировала использовать их для охоты или для ведения войны. Но впоследствии все изменилось из-за постоянных нападений. При виде тебя он вспоминает старую деревню. Джагни не стремятся к единству племен. Их цель – распространить свою власть повсюду и всем внушать страх. Он вспоминает твое доброе и открытое сердце и чувствует, что оно все еще где-то там, как и желание творить добро. В любом случае, по дороге к заставе ты пройдешь через старую деревню. Но у нас нет времени на сантименты. Война не станет ждать. Нам более всего памятны мелочи. А про тебя он вроде бы только это и помнит. Этакая мелюзга под ногами. У тебя есть приказы, чтобы им следовать. Говорит, что вы еще увидитесь. Грустит о том, что тебя... Тебе здесь всегда рады. Эх.
Говорит. Привратник приветствует тебя в форте. Берегись, впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Время здесь остановилось. Это вызывает покалывание внутри. Тут есть что-то необычное, притягивающее взгляд. Посмотрим.
Время проходит, воспоминания меркнут. Порой ощущение меняется. Дело не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь. Эта история еще не... Эхо давно ушедшего прошлого, как шепот ветра. Вот некто, кто просто живет день за днем. Спрашивает, как у тебя дела? Губ говорит, что у него все получается лучше, когда он оставляет неудачу позади. Он рад, что его хорошее настроение заразительно. Интересуется, где тебя носило. Надеется, что на озере, а то тебе бы не помешало научиться плавать получше. Бывает страшно учиться плавать, когда не понимаешь, что делать. Но, к счастью, он будет рядом и поможет тебе. Он говорит, что за это время можно было бы уже научиться плавать. Он почтет за честь. Он говорит, что это было не так уж плохо, верно? Он говорит, что ощущение, будто ты сейчас утонешь, лучше всего напомнит тебе о том, что нужно научиться плавать. Но тебе надо тренироваться как можно больше. Тебе нужно положиться на тех, кто умеет как-то учить. Тех, кто не против наклониться и подобрать твои сапоги. Тебе нужно провести побольше времени на глади. Только так ты научишься плавать. Тут невозможно перестараться. Судя по тому, как смотрит твоя мума, у тебя что-то вылетело. Кто-то обещал с ней потренироваться до захода солнца. Пора на урок. Нельзя надеяться только на то, что вунфу у тебя в крови. Нужно посвятить себя тренировкам. Тебе следует знать, что повторение – мать учения. Все, что не убивает тебя, делает тебя сильнее. Она предлагает тебе встретиться на деревенской площади. Она говорит, что это хорошо. С такой жаждой знаний ты никогда не перестанешь совершенствоваться. Вот еще кто-то из знакомых. У него много забот. Интересуется, как у тебя денек. Когда он творит, то заботится только о том, чтобы из-под его рук вышло что-то полезное. Он надеялся, что ты сможешь помочь ему найти пару ингредиентов для его макушки. Он счастлив слышать это от представителя нового поколения. Ему нужны вещи, которые можно пустить в переработку. Много времени у тебя их поиск не займет.
Спрашивает, какой хлом тебе удалось найти. Он говорит, что в счет идут даже самые мелкие мелочи. Ему-то все пригодится. А вот знаешь ли ты, как перерабатывать хлом? Так держать. Если боишься лапы запачкать, ничего нового не сотворишь. Он бы с радостью научил тебя переработке, и начнете вы с собранного тобой хлома. Выглядит неплохо, но он не может сдержать любопытство. Почему именно оружие? Он полагает, что это поможет тебе достичь мира с собой. Он понимает, но надеется, что оно тебе не скоро понадобится. Он считает, что освоить стиль шестируких в вунфу с шестью видами оружия более чем достаточно для любого бойца. Он хотел бы посмотреть, что ты еще можешь. У тебя явно талант к этому делу. Похоже, что у нее кончается терпение. Ты же знаешь, что она не любит долго тебя ждать. Тебе нужно немедленно идти на деревенскую площадь. Освоив базу, ты продолжишь расти дальше. На одном таланте далеко не уедешь. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать самостоятельно. Надо определиться с жизненным путем, пока она с тобой. Больше она ничего у тебя никогда не просила. Только приложить к этому все усилия. Ты и не с таким справишься. У тебя всегда был свой путь, но в этот раз она просит тебя следовать за ней. Она беспокоится о тебе. Иногда ты теряешься в собственном мире, где ты единственное, что имеет значение. У них решительный вид. Берегись. Просит тебя стоять и не двигаться. Спрашивает, куда это ты вообще, а? Он ничего не боится, а тебя и подавно. Тебе здесь идти никак нельзя. Спрашивает, ты кто вообще, по-твоему? Да никто. Он говорит, это правда. Никто не смеет ему указывать, что делать, а что не делать, включая тебя. Она спрашивает, с тобой все в порядке? Что случилось? Она считает, что если уверенность хранит молчание, а неуверенность кричит во весь голос,
что правда на твоей стороне. Самое главное, что с тобой все хорошо. А теперь пойдем тренироваться. Она предлагает тебе простить своих врагов. Это их страшно раздражает. Вот некто, близкий тебе по духу, делает то, что умеет лучше всего. Как? Папсель всегда так счастлив тебя видеть. Он хочет узнать, как... Он слышал, что ты помогаешь Гизмо с уборкой. Он тобой гордится. Спрашивает, не найдется ли у тебя минут? Конечно, он с ней поговорит. Но ты ведь знаешь, что она ожидает от тебя ответственности за твои дела. Предлагает тебе собраться с мыслями и придумать, как бы нам пустить в переработку старую материю. Ему очень... Он весьма рад нововведениям и даже подумывает совершить вылазку наружу, поискать бионуклеус и обновить свою ДНК. Никогда не знаешь, полезна ли найденная вещь или нет. Говорит, что самое время тебе этому научиться, и начнете вы с собранного тобой хлома. На его вкус стиль довольно бунтарский, но тебе идет. Он знает, что она очень гордится тобой и всеми твоими достижениями. Возьми с собой, наденешь для тренировки. Он уверен, что Мома смирится, если ты не будешь носить традиционную одежду. Он хотел бы посмотреть, что ты еще можешь. У тебя явно талант к этому. Он совсем недалеко. Получится гораздо быстрее, чем с предыдущим. Надеется, что твоя готовность будет не хуже твоих обещаний. Она говорит, что очень хочет начать. У тебя осталось совсем немного времени до заката солнца.
Но для повторения его должно хватить, и тебе это потребуется. Ждет, что ты докажешь это на тренировке. Твоя мума говорит, что ты сегодня молодцом. Спасибо тебе. Таких учеников еще поискать. Она готовит тебе подарок с помощью гизмо и фьюти. Иди-ка узнай, что это такое, достойное тебе. Поэтому ни в коем случае не забудь сказать спасибо. Хитро. Твоя мума говорит, что никогда не видела такого гринового аппарата, как эта штучка. Выяснишь со временем. Это же самое интересное. В хламотрон встроена технология старого мира, и теперь это мощное коммуникационное устройство. Он называется автоматон и настроен на твою ДНК. Он повезло тебе с таким помощником. Твоя мума говорит, что у тебя усталый вид. Неудивительно, день был тяжелый. Говорит, что хороший отдых дает тебе фору на завтра. Отдохни и обретешь силы для завтрашнего дня. Ничто не остановит Люпус Люпина, который стремится раздуть мировой пожар. Твоя мума уверена, что тебе нужно проложить свою дорогу. Обугленная ветка учится бояться огня. Это все равно, что подбросить дровишек. Ну, последний разок, и все. Твоя мома говорит, ну все, время вышло. Он хочет ее уничтожить. Час битвы настанет, независимо от твоей готовности к ней. Что бы ни случилось, знай, что она тебя любит. И все, что она сделала, чтобы защитить тебя, твоего папселя и жителей деревни, вверенных ее попечению. Она просит тебя отступить. Это ее битва. Тебя это не касается. История, наконец, догнала ее. Она любит тебя за смелость, но не может позволить себе беспокоиться за тебя во время боя. Это ее битва. А вот и оно. Прошлое, которое явилось тревожить настоящее. Тебе придется пройти огонь и воду, чтобы выбраться отсюда. Твоя мума говорит, что у тебя все получится. Только верь, куда она, туда и ты. Кровь не водится. Ты
ты по шею сидишь под гладью, не гони волну. Гладь течет куда хочет, она приведет тебя к берегу, если ты отдашься течению. Тем, чье сердце не теряет чистоты при жизни, не нужно бояться смерти. Частичка ее будет жить в тебе. Существо жаждет еще. Ничто не может сейчас ему помешать. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь не кончается, а передается по наследству. Жизнь должна продолжаться. Настоящая жертва делается из любви и желания помочь, когда остальные средства исчерпаны. Высшая проверка совести — готовность отдать все, что угодно, чтобы спасти то, что тебе дороже всего. То, что ты делаешь для себя, умирает вместе с тобой. То, что ты делаешь для близких, остается в их памяти когда блекнут и теряются воспоминания. Остается лишь одиночество. Это не значит, что ты забываешь о прошлом. Просто знак, что нужно двигаться дальше. Какая мощь!
тебя ужасная слабость.